Не продавать алкоголь с 10 часов вечера до 9 утра и полный запрет торговли крепкими напитками в МАФах Одессы предлагает депутат городского совета Денис Григорьев. Соответствующий проект решения он уже внес в повестку дня следующей сессии. Суть является в том, чтобы запретить продажу в ночное время, это с 10 вечера до 9 утра, вообще алкогольных напитков в магазинах и в любых либо других учреждениях, кроме кафе, ресторанного типа, ну и всяких заведений, которые являются непосредственно объектом хозяйствования. Но плюс к этому проекту есть дополнение, что в малых архитектурных формах точно так же будет запрет алкоголя продажи вообще. Имеется в виду, что кроме алкоголя, именно непосредственно водки, коньяка, ну и обычных таких уже серьезных напитков, будет запрет располагать так же самое и на пиво. По закону продажа алкоголя в МАФах запрещена, говорит депутат. Но так как реакции правоохранителей нет, авторы проекта решили наделить соответствующими полномочиями муниципальное управление торговли. Нарушители этих норм рискуют лишиться лицензии. Если в временных сооружениях объект является меньше 25 метров, вообще по закону им не имели права выдавать лицензию. И уже будут какие-то приниматься определенные штрафные санкции, ну и меры воздействия непосредственно со стороны городского совета. Депутат отметил, что такие нормы уже действуют во многих крупных городах Украины и улучшают криминогенную обстановку. Будет ли действовать такой запрет в Одессе, станет ясно уже 14 декабря на очередной сессии городского совета.